Доброе утро. Сегодня 92-й день. Какое сегодня число? 24-й или 25-й? В общем, было смешно ночью. Андрей меня будет. Ты слышала? Что это было? Я говорю, выстрел. Хочу спать. Такая сама про себя такая, хочу спать. И типа, спи давай. Выстрел это был. Типа, конечно же, это был выстрел. Оказалось, скорее всего, это просто упал мой рюкзак с деревом. Мы подвешиваем рюкзаки, не забираем их в палатку. И сейчас он лежит, валяется, бедненький. Ну, это было смешно. Я так еще уверена. Ночью в 12 часов. Конечно же, это был выстрел. Ты о чем вообще? Спи давай. Оставили вещи сушиться на улице, только они стали в 2 раза мокрее, чем были. Хотя дождя не было. Собрали всю влагу. Мы прошли половину. Сегодня 91-й день. Сегодня 24 июня. В историю. Сегодня у нас какие-то другие батончики с арахисовой пастой и типа вареньем. Неплохие такие, вкусненькие. 16 грамм протеина и всего 190 калорий. 1100 миль. Ура! Мы это сделали. Проходим по тропе. А здесь куча домов. Возможно, люди здесь живут. Там еще. И вон там. А может быть, сдают. Как такой домик в лесу, кабину для отдыха. Мы пришли в место, которое на половине Апалачинской тропы. И здесь проходит челлендж. Съесть надо. Все-таки надо 1 галлон съесть одному для челленджа или половину? Половину. Но это 2 литра. 2 литра мороженого. Я вот, не думаю... Слушай, сними его. Вот столько мороженого надо съесть. Одну большую, одну маленькую. Вот столько надо съесть для челленджа. Мы будем сначала есть бургер. Потом мороженое пополам. Андрей съел бургер, уже мороженое наяривает. И мы думали, что бургер будет большой, хватит 1 на 2. А он был небольшой, поэтому пришлось заказывать мне еще вот такой вот буррито с курицей, с беконом, тут томаты, сыр, листья салата. У меня же, блин, слюна выделяется такая голодная. Короче, мы вдвоем не можем осилить мороженка. Так тепло, холодно, что у меня аж мурашки. Аж прям трещат. Я рада, что мы не стали пробовать челлендж и есть мороженое, потому что мы даже 1 галлон, сколько там, половину галлона, 1,5 литра на 2 даже не осилили, а каждому надо было бы съесть почти 4. И сколько я слышала, смотрела на YouTube, 2 литра, почти 2 литра одному человеку. Так? Окей, 2 литра.
Надо было съесть для челленджа. Что люди потом, короче, съедали и не могли двигаться и идти. А нам еще 11 дней лети сегодня. Проходим опять пикникерию. Музычка играет. Машин много. Хорошо, сегодня не жарко. Пасмурно. Не жарко сегодня идти. Озеро небольшое, симпатичное. Чистая такая водичка. Вот такая тропа всегда была. Идем просто милю по прямой, без всяких поворотов, зигзагов, спусков, подъемов. Просто идем. С одной скоростью, можно сказать, бежим. Мы уже часа полтора как пришли в кемпинг. Покупались, расставили палатку. Опять пытаемся посушить вещи. Что-то солнце прям не особо светится сквозь деревья. Мой рюкзачок вон висит. Сегодня у нас на ужин лапшичка с курочкой. Островатый для меня поп-тарт и маршмеллоу. И, возможно, сушеные еще потом добьем фруктики.